обогрева для почвы. Успевайте, чтобы для того, чтобы посадить раннюю рассаду, вам нужно подогреть почву. Вот у нас 6 плюс 8. Краснодарский край. Это у нас Иркутск, Уфа, Ставрополь поедет, Рязанская область. Сейчас буду подключать вилки. Попросил у меня один заказчик подключить сразу вилки. И вам сниму, как что разделать нашего кина. Смотрите, в обогреве идет три провода. Белый и зеленый. Зеленый — это заземление. Но в обычных случаях вы просто берете, изолируете и все. И вот эти два белых 220. Вот сейчас сделаю ставропольский клай. Девушка она попросила сделать ей сразу же вилку. Сейчас я ей подключу в одну и вторую. Вот такая гофру купил. Вилки, жалента. Сейчас будет все красиво. Так что запомните, зеленый просто заземление, можете его откинуть. И два белых, это вот 220 вольт в розетку или в автомат. Проверяется очень легко. Хотите, если проверить. Вот этот термодатчик, включается плюс 15, включается плюс 20. То есть вы его просто в литровую банку опускаете, воды ничего не боится, влажности не боится, током не бьет, опускаете, и он включается. Или в снег. Легко проверяется очень. Проверка. Подключили так красиво через гофру вилочку. Включили электричество. На улице у нас все равно минус. И вот она уже теплая. Обращаю ваше внимание, что рука держит ленту, то есть тепло выделяемое. Если бы она была больше, как многие говорят, должно прям не держать, у вас растения бы все бы сгорели, то есть корни. То есть средняя температура ленты доходит, ну думаю, максимум там 40-45, то есть терпимо, рука терпит. Тело 36 градусов, вот и думайте. Вот этот вот датчик, ермодатчик, настроен на включение плюс 14, плюс 15, выключение плюс 20, 21. То есть вы можете его для проверки опустить в холодную просто воду, в литровую баночку. Ничего сложного нет. Вот оно все горячее. Включаем. Отсюда выдергиваем. Кнопку нажмем. Все, проверку прошло. Теперь упаковку. Сейчас еще одну вот сделаю. Вот они у нас лежат упакованы. Так что если кому надо, вот такую красоту наведем.